234 ребенка состоят на учете в органах опеки и попечительства Набережных Челнов. Начальник этого ведомства Роза Гернер сегодня выступила на пресс-конференции в мэрии. По ее словам, в этом году семью обрели 33 челнинские сироты, причем 21 из них – мальчики. По той причине, что от девочек отказываются реже. Остается актуальной возможность временного устройства детей в госучреждения. Например, в случае, если родитель в силу тех или иных обстоятельств не может выполнять свои обязанности. Ребенка помещают в центр временного содержания, и родители обязаны его посещать. Если при таких заявлениях родители поместили ребенка и не посещают в течение полугода, то госучреждение имеет право выйти в суд с иском по лишению родительских прав либо по ограничению в родительских правах.